Всем привет, с вами Транзиция, мы продолжаем прохождение игры под названием SnowRunner. В этой серии мы займемся поручением восстановления моста. Приветствую, друг, это поющий топор. Извини за беспокойство, но мост у нашей деревни обрушился. Мы хотим его починить, но некому привезти материал для строительства. От помощи не откажемся. Доставить к разрушенному мосту бетонная плита в количестве одной штуки и запасные части в количестве двух штук. Награда 310 опыта, 2300 денег. Значит, в первую очередь нужно будет перевести бетонную плиту, которая находится здесь на складе. Будем использовать рояль BM-17. А вторую часть мы привезем запасные части в количестве двух штук. Будем использовать Яр-87 с прицепом. Желаю всем приятного просмотра и отличного настроения. Поехали. Так, бетонная плита. Плоский строительный элемент из литого бетона. Бетонные плиты, как правило, используются в качестве пола и потолка или для быстрого возведения различных построек в труднодоступных районах. Вам, пожалуйста, одну. Вот он, мост наверху виднеется. Поющий топор. Так, здравствуйте, мы вам привезли бетонную плиту. Первый этап завершен. Теперь второй этап. Берем Яра-87 и грузим запасные части. Запасные части — детали машин и механизмов, используются для замены и ремонта неисправных узлов. Главный элемент технического обслуживания и логистики. Нам, пожалуйста, два разика. Здравствуйте, мы вам запасные части привезли. Пам-парам-пам-пам-парам-пам-пам-пам-парам-пам-пам. Вот мост построен. Спасибо за помощь нашему племени. Жаль, не все бледнолицы такие, как ты. Награда 310 опыта, 2300 денег. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте под видео комментарии. С вами был Транзиция, увидимся в следующей серии. Всем пока!